На этом активность одесситов не закончилась. После акции «Я киборг» участники поехали к консульству России. Под здание они принесли символический гроб Путина и венки. Посвящается Путину. Ему и принесла на гроб сложить. Надеюсь, сегодня это получится сделать. В итоге мы надеемся прийти, что все граждане Российской Федерации последуют нашему примеру. И все граждане Украины, находящиеся в данный момент на территории Российской Федерации, купили бы по веночку, маленькому, и принесли к кремлевской стене. Я единственное прошу, Россия, ты что, оглохла? Ты что, ослепла? Ты что, не видишь или нету сетей, в которые можно, если вас там зомбировали, это вас не спасает? Это с вашей молчаливой, согласие с вашего молчаливого, расстреливают наших мирных людей. Путин 200-й! Путин 200-й! Путин 200-й! Путин 200-й! Путин 200-й! Путин 200-й! Ганьба! 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 Ганьба!